что скрывает глубокая толща воды океанов? Этот вопрос с давних пор вызывал в человеке страх и любопытство одновременно. Какие существа живут в темной пучине? Не получив ответа, воображение мореходов рисовало монстров наподобие кракена, ктулху или годзиллы. Время от времени жители глубин попадались морякам на глаза, выныривая за порцией кислорода, оказавшись выброшенными на берег или в желудке кашалота. Сильное давление не давало людям без специального оборудования погрузиться глубже допустимой нормы. И только в конце 19 века бездна океана начала открывать свои тайны и знакомиться со своими жителями. Киты, исполинские махины длиной до 30 метров, внушали благоговейный ужас древнему человеку. Не зря в старинных легендах морские гиганты были опорой всего мироздания. Само же слово «кит» происходит от греческого «кетос». Так в античности называли всех морских чудовищ, реальных и вымышленных. В средние века больше всего легенд о китах сложили скандинавские мореходы, заплывавшие далеко в северные воды. Важнейший памятник литературы середины 13 века под названием «Королевское зерцало» подразделял китов на злых и добрых. Скандинавы верили, что добрые киты, финвалы и полосатики приходят на помощь кораблям, терпящим бедствие, и спасают тонущих матросов. А злые киты, жадные и свирепые нарвалы, касатки и кашалоты, топят суда и пожирают моряков. Злых китов мореходы боялись пуще огня. Полагали смертельно опасным произносить в плавании даже их имена. Исландцы верили, что злые киты обожают человеческое мясо. Стоит только упомянуть этих больших рыб, как они тут же нападут на корабль, испуская страшный рев. Некоторые виды китов действительно могут издавать разнообразные звуки частотой до 3 кГц. Среди них рев, долгий рев, крик, щебет, стон, храп. Эти призывы помогают им перемещаться в группах, поддерживать контакт во время миграции, организовывать свой участок моря, находить партнеров в брачный период. Киты способны поддерживать такую связь на расстоянии до 10 миль. В 1971 году были открыты совершенно особые сигналы, которые издают горбатые киты. Выяснилось, что они производят серию мелодичных, варьирующих звуков продолжительностью от 7 до 30 минут, а затем их повторяют. При этом мелодии заметно различаются в зависимости от времени года. Эти звуки прозвали китовым пением. В отличие от птиц, чирикающих лишь несколько секунд, горбачи готовы петь непрерывно в течение получаса без паузы между партиями. Даже посторонний грохот, например, подводные взрывы динамита, не мешают китам исполнять свои трели. Thank you.
до сих пор не ясно, какую все-таки роль играют эти песни. Полагают, что они характерны только для горбатых китов, которые поют лишь в молодости, в брачный период, и только в районах размножения, в водах Вест-Индии, Гавайских и Бермудских островов. Возможно, так они налаживают контакт между разбросанными особами, помогают распознать пол и говорят самкам о сексуальной готовности самцов. От звуков, издаваемых другими животными, китовые песни отличаются сложным строением. Они состоят из слов, объединенных во фразы, которые и образуют предложение. А ведь ранее считалось, что такой синтаксис присущ только человеческой речи. Однако сказать, о чем именно поют киты, ученые пока не могут. Воображение средневекового человека населяло океанские глубины морскими епископами и монахами, служителями подводной церкви. Морские монахи выглядели как рыбы-монстры с человеческим верхом, точнее, с головой, как у католического монаха. Чешуйчатую голову выше ушей увенчивал черный обруч, похожий на монашескую выстриженную танзуру. Лицо, правда, отличалось от человеческого. На нем находился рыбий нос, расположенный очень близко к рту. Схожих существ видели в Японии. Там они назывались умибодзу. У них были темная гладкая кожа и плавники вместо рук. Умибодзу разбивали рыбацкие лодки и утягивали моряков под воду. Примерив облик морского монаха на разных обитателей океанских глубин, ученые предположили, что это существо больше всего походит на черную десятищупальцевую каракатицу. Присоски и бородавки на ее коже издали легко перепутать с чешуей, а кожа ее, как правило, окрашена в черно-красные тона. В искусстве менять цвета ей нет равных. Меньше, чем за секунду, каракатица может принять окраску морского дна. Thank you.
Некоторые каракатицы способны не только менять свою окраску, но и устраивать невероятные световые шоу. Люминесцировать им помогают особые бактерии, которые живут в специализированных тканях органов свечения. Эти бактерии передаются каракатицам по наследству от матерей. Если добыча, на которой охотится моллюск, почуяла неладное и пытается сбежать, или если жертва слишком велика и опасна, каракатица прибегает к своему излюбленному приему. Она покрывается бегущими световыми полосами, блестящими точками или сверкающими пятнами. Обыкновенно незрачный моллюск внезапно становится похож на неоновую вывеску или даже на инопланетный корабль. Мерный ритм контрастных световых импульсов помогает каракатице ввести жертву в состояние, очень напоминающее гипноз. Завороженные яркими вспышками, крабы и рыбешки застывают в удивлении перед диковинным существом, а коварная каракатица тем временем немедленно хватает зазевавшуюся жертву цепкими щупальцами. Если самая большая каракатица едва превышает размерами 50 сантиметров, то максимальная длина гигантских кальмаров архитеутисов составляет 13 метров. Вот откуда появились в древности леденящие кровь рассказы моряков о чудовищных существах, опутывающих корабли своими жадными щупальцами. Среди них и скандинавская легенда о кракене. Этот гигант глотает людей, корабли и китов, а его размеры могут сравниться с островом или фьордом. Трапеза кракена длится не менее 3 месяцев, а чтобы переварить пищу, требуется еще 3. Легенда о кальмарах размером с остров бытовала еще со времен викингов и просуществовала до конца 19 века. Сегодня о гигантских кальмарах судят уже не по байкам моряков, а по результатам научных экспедиций.
гигантского кальмара в естественной среде впервые удалось сфотографировать только в 2004 году японским ученым, а через два года их впервые сняли на видео. До этого о них могли достоверно рассуждать только по щупальцам, найденным в желудках кашалотов. Кальмарам-великанам благополучно удавалось улизнуть от человека благодаря своему умению развивать скорость. Обычно кальмары медленно курсируют в воде лишь за счет движения плавников. Но в каждый момент они готовы вытолкнуть реактивную струю и умчаться в любом направлении. Если небольшой кальмар может развивать скорость 55 км в час, то архитеутис – настоящий подводный болид. Набирать неимоверные скорости морским животным позволяет необычно развитая сеть нервов. Импульс передается мгновенно, мышцы сокращаются, и кальмару уже след простыл. Нервные волокна у некоторых кальмаров почти в 100 раз толще, чем у человека. Это самая массивная, а значит наглядная, нервная система. Кальмары, живущие на средних глубинах, оснащены специальными органами свечения. Источником света в них является химическая реакция, похожая на ту, что происходит у светлячков. Ученые полагают, что свет в полумраке океанских глубин помогает животным не только оглядывать окрестности, но и сбиваться в стаи, привлекать партнеров, приманивать пищу или отпугивать хищников. Существует вид кальмаров, который использует свечение вместе с чернильным облаком. Когда на животное нападают, они выпускают чернила с добавкой люминесцирующих бактерий. Хищник атакует светящиеся клубы, а кальмар в это время ускользает в темноту. Множество легенд рассказывает о страшных и цепких водорослях, покрывающих загадочное Саргассово море. Моряки верили, что заплывший в эти дебри корабль обречен запутаться и навеки застрять в водной чаще. Выжившие рисовали мрачные картины, на которых обломки погибших судов торчали из живого ковра водорослей. Кладбищем кораблей и морем призраков называли эти воды. На самом же деле водорослей в Саргассово море не так много, и увязнуть в них не сможет даже лодка. Распространен здесь преимущественно один их вид – саргассы, особенность которых в том, что на поверхности они удерживаются пузырями, наполненными газом. Слово «саргасса» по-португальски означает «гроздь винограда». Саргассы способны продолжать жить и размножаться, даже оторвавшись от дна, плавая на поверхности океана. Опасность для парусных судов представляла вовсе не морская растительность, а безветренная погода или мертвый штиль. Саргассово море представляет собой гигантскую область затишья. Водные массы движутся вокруг него по часовой стрелке. Центральная часть моря – перманентный антициклон.
поэтому здесь преобладают штили и ясное небо. С Саргассовым морем связана другая загадка. Именно сюда, через Атлантический океан, преодолевая расстояние в 8 тысяч километров, вместе с подводным потоком Ангольф-стримом, приплывают нерестицы европейские угри. Оплодотворив кладку, взрослые рыбы умирают, а вылупившиеся прозрачные мальки отправляются вместе с Гольфстримом в путь к устьям европейских рек. Порой он занимает 2-3 года. Объяснить столь странное поведение угрей ученые с полной уверенностью не могут до сих пор. Одна из гипотез предполагает, что угри путешествуют от континента к континенту десятки миллионов лет по древней привычке, с тех времен, когда Америка и Европа составляли одно целое. Другая, более правдоподобная теория говорит, что несколько тысячелетий назад Гольфстрим омывал не берега Северной Европы, а Пиренейского полуострова и Африки, и возвращался обратно в американские воды. Третья же фантастическая теория утверждает, что некогда мальки угрей отправлялись в пресные водоемы не Европы, а Атлантиды. Остров затонул, Гольфстрим изменил направление, а угри по старинке продолжают мигрировать по воле течения. Невероятная сила, толкающая угрей вперед, помогает этим удивительным рыбам преодолевать самые различные преграды. Ничто не может остановить угрей. Они могут выныривать из реки и ползти по мокрой траве. А если течение перекрывает дамба, то даже карабкаться на трехметровую стену. Но если уж где и искать сосредоточие морских тайн, так это в самом глубоком месте мира, в Марианской впадине. Наибольшая известная ее глубина – 11 022 метра. В длину она простирается более чем на 2 километра, а в ширину – на 80. Давление в глубинах впадины в 1000 раз превышает атмосферное у поверхности океана. И поэтому долгое время считалось, что ее дно безжизненно. Первые исследователи, спустившиеся в 1960 году на глубину 10 919 метров, Дон Уолш и Жак Пикар, смогли обнаружить только неизвестные виды креветок и разглядеть смутные очертания какой-то плоской рыбы. Последующие экспедиции находили на полпути ко дну лишь небольшие организмы оригинального внешнего вида. Но так никому и не удалось доказать, что в самом низу Марианской впадины обитают жизнеспособные рыбы, черви или моллюски, приспособившиеся к давлению. В 2005 году в Марианской впадине японцы открыли 13 видов неведомых одноклеточных, существующих в неизменном виде уже миллиард лет. В 2011 году сброшенные камеры зафиксировали одноклеточных амеб размером 10 сантиметров. На самом дне, возможно, обитают целые колонии доисторических морских организмов.
Однако скрытая толщей воды пропасть остается куда менее исследованной, чем даже околоземное космическое пространство. И, вероятно, таинственная Марианская впадина подарит нам еще немало открытий.